15 мая 1988 года Советский Союз приступил к выводу своих войск из Афганистана. А началась эта необъявленная война в декабре 1979 года. 9 лет, 1 месяц и 18 дней. Ровно столько длилась афганская война, через которую прошли более 500 000 советских солдат. В их числе и более 28 тысяч наших белорусских военнослужащих. Всего в Брестской области 4 000 211 человек. В нашей организации состоит меньше, ну, половину почти, 1960 человек. Неважно, состоит ли в организации воин-интернационалист или нет, мы ни от кого не отпихиваемся и так далее, это не наш. Нет, все наши. Вот. По разным обстоятельствам ребята просто не вступали, где-то кто-то в деревнях живет, неудобно и так далее, но это ничего не значит. Ребята шли выполнять приказ. Практически на тот момент я был еще молодым офицером, и я не вспомню ни одного эпизода, чтобы кто-то отказался. Наоборот, ребята писали рапорта и ехали помогать афганскому народу. У нас по-другому мы не шли воевать против афганского народа, а именно оказывать интернациональную помощь. И молодые, совершенно 18-летние ребята, я уже был 28-летний, и они со мной наравне воевали. Ни одного тоже факта трусости или так далее не было. Поэтому их надо почитать хотя бы за их героическое прошлое. Вот, то, что они выдержали. К сожалению, у нас организация немножко уменьшается из года в год. Вот. По области за этот год практически 200 человек ушли. Встретиться и пообщаться с теми, кто выстоял, одна из задач руководства города и области. В канун 35-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в Бресте состоялась встреча заместителя председателя облсполкома Вадима Кравчука с активом Совета Брестского областного отделения общественной организации ветеранов войны в Афганистане. Во время встречи, которая проходила в формате открытого диалога, обсуждались темы социально-экономического развития первого региона, инициатив членов областной организации «Беларусь», Союз ветеранов войны в Афганистане, а также проведение электоральной кампании. Мощную сделали агитационную кампанию и делаем, и продолжаем ее делать, потому что вы знаете, что с 20 числа у нас начинается досрочное голосование, основной день будет 25 февраля. Вот, и тоже вас призываю, вас и ваших родных обязательно, чтобы мы не забирали только и не забывали только о своих правах, но еще и обязанностях. Это по Конституции каждого обязанность гражданина прийти на свои избирательные участки и проголосовать, и поучаствовать. Скажу честно, мощно работаем и через родительские чаты, мощно работаем через средства массовой информации, это и телевидение, и газеты, и билборды, бигборды, все, что можно, плакаты и так далее, и так далее. И мощно будем заходить и потихонечку приучать наше население, что они должны быть активными участниками именно в электоральных кампаниях. Депутатов потенциальных, которые там баллотируются, там, кандидатами заявились и так далее, должны владеть обязательно, когда выходят на свои избирательные участки, сейчас тем более агитационная кампания идет определенная, должны владеть проблемным полем. То есть у каждого депутата, он понимает, откуда он будет избираться и так далее, он должен, когда выходит к людям, мы тоже их готовим, не просто я пришел, я такой-то, такой-то, там, фамилия моя такая-то, родился тогда-то, там, кто-то, ну, семейное положение рассказал и так далее. Ну, люди, как правило, как бы мы с вами не хотели, они, как правило, их интересуют только их проблемы. Вышел со двора, должен выйти в чистый двор, правильно? Он должен быть там подстрижена травка, там лавочка покрашена с досочками со всеми. Хочу зайти в магазин и хочу купить именно то, что я хочу купить. Хочу купить за ту стоимость, которую я хочу купить. Я хочу поставить машину на парковочном месте, а не где-то там в болоте, там образно. Хочу ехать по асфальту с бордюром там, или там с разметкой, с хорошим, без ямочного, там, как говорится, определенных моментов. Хочу ехать на автобусе, то-то там и так далее. Так. То есть, ну, готовим так. Поэтому если вдруг у вас тоже сейчас вот появится где-то на
сегодня там, или там, в будущем вопросы по электоральной кампании, может, там, по избирательным где-то участкам и так далее. Ну, задавайте без стеснения. Диалог такого формата проходит не первый раз и уже приобрел статус традиционного. Одной из ключевой тем для обсуждения стала тема патриотического воспитания молодежи. Ветераны Великой Отечественной войны уходят, а потому сегодня ветераны войны в Афганистане приходят им на смену, посещают школы, разговаривают с детьми и подростками, проводят уроки мужества. Благодаря этому появляется все больше и больше патриотических клубов и классов. За 23 год, да, у нас уже по итогам 23-го 44 военно-патриотических клуба. Охватили, ну, вот этими клубами только почти 4000, да, Александр, это так у нас по обучающимся посмотреть. У нас 9 центров военно-патриотической направленности, 41 профильный класс. Подобного рода встречи показывают, что каждого слышат и каждому прислушиваются. Так, например, вдова погибшего воина-интернационалиста Наталья Чубина обратилась к Вадиму Кравчуку с просьбой приподнять мемориальную доску с именами погибших воинов-интернационалистов выше от земли. Ведь ей так хочется, чтобы те фамилии воинов, которые расположены ниже к земле, были видны и читаемы, чтобы их знали и помнили. И я постоянно первой выступала за то, чтобы камень поднять на высоту. Вообще последняя фамилия должна быть на высоте хотя бы где-то 50 сантиметров. А у нас не от того, что у меня фамилия на последнюю букву получается, и она на земле. Это чтобы прочитать, надо лечь и почитать. Потому что памятник, он стоит на земле, на камне. Фамилии, цветы положить некуда. Если цветы кладут, то закладывают полностью фамилии все. Но как-то и неприлично, но и непорядочно так сделать. Конечно, его надо обязательно поднимать. Заместитель председателя Брестского облсполкома пообещал решить эту проблему. Ведь история войны и память, которая заложена в данную мемориальную доску, написана кровью солдат и слезами матерей, потерявших сыновей. А ведь нам сегодня так важно сохранять историческую память. После обсуждения всех волнующих вопросов присутствующие посмотрели отрывок из документального фильма «Афганистан Паншер». Далее Вадим Кравчук вручил памятные знаки и медали, а также грамоты за участие в паншерской операции и верность воинской присяге, а также за активную гражданскую позицию. Афганская война ушла в прошлое, но память в воспоминаниях ветеранов жива до сих пор. Сегодня как никогда важно говорить и рассказывать о тех страшных днях, чтобы сегодня каждый задумался, насколько страшна война.